Посмотрите, какая красота созрела тут. Черненькая. Она уже спелая. Как ее отрывают? Вон еще одна. Ну, Лурик, одну тебе, одну мне. Не, я не хочу. А что это ты не хочешь-то? Ну, там позавтракали. Ну, а я так не позавтракала, да? Ну, ты больше ягоды моего ешь. Посмотрите, какая красота. На одну. Не, ну попробуй, да? Тихо, футболку. Вкусно? На одну. Не, не хочу. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Да я у тебя чуть-чуть попробую. Какая? Мне невкусно. Тебе невкусно? Какой-то травой пахнет. А я запаха не чувствую. На малину похоже? Ну, конечно. Вкуса вообще не малины. На малину похоже, но и немножечко кислее. Угу. Мне нравится. Лорик, иди сюда. Мы едем сейчас в гостиницу «Севастопольская». Лорик меня везет к рекламам. Да, Лариса еще не просохла. И будем смотреть камни. Ларисе эти камни вообще не интересны, но она едет ради меня. За что ей огромное спасибо. И нас везет Руслан. Лариса, как ваша машина называется? Дочка Либер. Ой, я не выговорю такое матершинное слово. Руслан сейчас сказал, ехать не близко. С тобой сегодня тоже как обреченные дети будем. Получше, говорит, умащивайтесь. 2 часа туда и 2 часа назад. Растекайтесь по сиденью. Знаете? Обратно побыстрее. Да. А чем отличается туда-обратно? Потому что туда постоянно пробка стоит, а обратно ее как практически нет. А обратно не факт. А я думала, нет, обратно не факт, но как правило. А я думала, попутный ветер или земля вращается в нашу сторону, как в самолете. Я вам вот что сейчас еще хочу сказать. Там кто-то мне написал комментарий, я заблокировала этого комментатора, что я себя веду вообще по-хамски. Это вы имели в виду, что я залажу в холодильник в чужой, да? Так вот, я вам хочу сказать, Лариса мне приказала строго-настрого вести себя, как у себя дома. И если она заметит, что я стесняюсь, то мне прилетит. Вот только поэтому я залезла к ним в холодильник. Я подтверждаю. Да. А я могу открывать холодильник только у себя дома и у моей мамы. Все. У меня. Да, вот и у Ларисы. Лариса подсказывает. Поэтому назвать меня хамкой какой-то или нагло, что я себя веду, это вообще не про меня. А то, что я хохочу, ну извините, мне смешно всегда. Дураковатая я. Что тут поделаешь? А вообще впереди вас ждет еще много-много интересного. Это как анонс. Так что ждите новых видео, не пропускайте. Да, ждите. Дождь какой пошел сильный. Но у нас в багажнике есть зонт. Сказал. Так что нам нечего бояться, тем более нам ехать еще 2 часа, может быть, и прекратится. Вот видите, какой сильный дождь. Вот теперь встали. Вегас — это что такое? Тоже торговый комплекс. О, какой он огромный. Он огромнейший. От кнопок до самолета. Угу. Там тучище вон опять надвигается. А здесь солнышко. Скорая крякает. Так, мы уже близко-близко где-то подъезжаем к гостинице «Севастопольская». Вот комплекс вот этот. Серый. Вот этот вот серый. А-а-а. Мы у цели. Не понял. Гостиница «Севастополь». Так, и везде я вижу
эти индийские лица. Индийские лица, лица индийской национальности. Да. Так. Вообще как пусто сегодня. Пятница. Охранники ходят. Ждем. Ну, откуда? Так, вышли мы в Бусиный рай. Тут и имитаций много. Змеевичок вот светлый есть. Такой оникс. Такой оникс есть молочный. Хорошо. Ага, спасибо. Ага. Ага, спасибо. Ой. Говорит. Ой, какой сверкающий. Прямо отражает свет, как лабрадор красивый. Нет, есть денежки, которые отражают свет, а есть, которые не отражают. Но все они в одной нитке. Это чароид. Вот это, да? Вот это беру. О, лабрадор. Лунный камень. Да, 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 ой, какие красивые. Ага, как пиани. Это шумно. Ага, хорошо, Лиз, хорошо. Лабрадорчик. Вот это радохрозит, прямо весь в разводах, красивенький. Вот этот хочу. Ну, тут куча. Я сейчас все поснимаю, чтобы они не отвлекались на меня, а то запретят. Снимаю. Вот чароид хочу спросить тебе. А почем чароид? 100 грамм. И сколько? 5-6 тысяч, по-моему. 5-6 тысяч. Лунный камень сколько? 100 грамм, девушка, не надо так говорить, 100 грамм, делю, это дешевле качество, это дороже качество, это, вот это примерно 1800-2000 так будет. А вы тот раз тоже были, да? Я первый раз, я в Москву только приехала, не была я у вас никогда. И ты накидал тоже? Да, с кем-то вы меня перепутали. Алло. А и не надо записывать? Да, посмотрели, да? 42. 580 получится, хорошо. Что, надо отдать 15.02, да? По 300, коралл по 300. Вот такой чароид тут есть. Отправляй, хорошо, 15.02. Деньги мой. Ну, достаточно неплохой камешек. Достаточно чистый. По пачкам есть или нет? По пачкам есть, нет? Не, считать надо. Ладно, сейчас буду прицениваться. Что у нас? Нет. Авантюрин? Авантюрин. Что еще? Сердолик вон есть. Что надо? Сердолик есть, ага. Не, а мне кармон богам, я бы и сам. И все. Рыжий. Пойдем. Вы меня тут забыли. А,
разверни его, разворачивай. Да. Патера Патхания, Малай Банай. Вот зашли в такой маленький, вот этот намного меньше павильончик. И здесь мне уже цены нравятся. Вот и продавец, как вас зовут? Аман. Аман. Он хорошие скидки делает, я уже это почувствовала. То есть говорит, одну цену можете торговаться. И номер. Да, номер сейчас покажу ваш. Ага. Так, это мы поднялись на 16 этаж, 1606, запомните. Это, девочки, я говорю для тех, кому интересно купить натуральные камни. Вот именно в этом павильоне я сейчас буду покупать камни, цены вам потом все скажу. Ну вот такой бусинный рай. Здесь и вулканическая лава, и тонированные агаты всякие. Розовый кварц, аметист. Покажи свой выбор. Все есть. Да, вот это я уже выбрала. Сердолик, малахит и агатик черный. Это я уже выбрала, точно беру, но мы еще ходим, еще выбираем. Лорику вот хотела жемчуг взять серый, но не знаю, надо ей такое или все-таки во Вьетнаме она будет брать. В общем, сейчас посмотрим. Вот. Лазурит. А лабрадор, ну он такой сероватый, качество не очень, но иризации. А это что? Лаврикит. А, ну то есть это брат его. Сестра. Ладно. Да. Лазурит и садолит. Так, ну все, я сейчас буду выбирать, а потом вам покажу, что я купила. Смотрите, камушки. Вот сколько черного агата. Представляете, агат люблю вставлять в бусы для яркости. Вот он черный, именно черные бусины люблю вставлять. Гелиотис, аквамарин. А, там что у нас дальше? Яшма. Ну, там яшма и тонированный агатик тоже есть. Вот такие каменюки огромные, смотрите. Ну, разве не прелесть? Вот, да, выбор очень хороший. Я вот вам говорю, что есть из чего выбрать. И вот, допустим, взять вот эти вот бусы и по одной вставлять, как медальон. Ой, бусина-то, смотрите, какая красивая. Очень. А тут необработанные, прям дикие. Все сверкающие. Сердолика сколько. Посмотрите, выбор. Огромные бочонки, и вот такие трубочки всякие, и рондели, и шарики. Очень много. Ну и жемчуга, конечно, целая стена. Все, мы отстрелялись. Мы были только на 16 этаже. Все купили, что нам надо. Там так душно, очень жарко. Прямо вот кондиционеров нет, вентиляторы еле крутят. Но мы взяли все, что... Все, о чем я мечтала. Мечта сбылась. Мечты сбываются, да. И едем. Я вам все покажу и все расскажу. У меня два мешка. Но об этом я вам расскажу дома. Все, мы пришли домой. И сейчас я вам покажу, сколько я красоты купила. И какой красоты. Вот такие две ниточки малахита купила. Этот малахит, бусинка 11 миллиметров. Такие они, достаточно крупненькие. Одна нитка малахита 1000 рублей. Для малахита это очень хорошая цена. Я не скажу, что он прямо такой красивенный. Он бывает с завитками, почками. Но тут вот на некоторых бусинах есть прямо четкие такие рисунки. Вот полоски. Вот. Он полосатенький такой, но все равно красивый. Там был темный-темный малахит, но я захотела именно вот этот. Вот такой я захотела, светленький. Так, сердолик купила. Вот такой мелкий, это я взяла для комплектов, потому что он очень похож на ягоды. И это прямо вот хорошего качества сердолик. Мелкие такие бусины, они по 6 миллиметров бусинки. Это амазонит.
Я давно хотела амазонит, но мне как-то он не попадался крупный. Все то крошка, то шарики. А я вот взяла, посмотрите, какая крупная галтовочка. Так, это 1000 рублей за нитку, это 120 рублей за нитку. Вот этот сердолик. Амазонит, сейчас скажу сколько. Он мне все записал по моей просьбе, потому что я же помню, что мне надо снимать видео. Так, вот по 120. Вот, 5 штук по 120 он мне написал. 2 штуки по 1000, это вот малахит. Одна по 450, это вот этот вот, это вот этот агат, по-моему, 450, если я не ошибаюсь. А вот эта нитка порвалась по 550. Это тоже черный агат. Такие прямо гладкие-гладкие бусины глянцевые. Так, амазонит у нас, по-моему, дорогой. Вот сколько, я не помню. Так. 1100 это вот этот сапфирин голубой агат, вот этот полосатый красивый агатик, посмотрите, какой красивый он. Вот прямо разводами такими красивыми, тут даже на одной бусинке Лариса увидела прям как листочек. Где эта бусинка красивая одна вообще, он весь красивый цвет, прям голубой-голубой, но на одной бусинки. Вот, посмотрите, какой рисунок замечательный. Прямо яркий такой был узорчик. Еще потеряла я ее. Потеряла. Вот. Посмотрите, какая бусинка одна. Как будто листочек. Так, и это точно такие же, только другой формы бусины. Вот такие. Удлиненные. Гладкие, тоненькие бусинки. И это шарики 6 миллиметров и 8 миллиметров. Вот. В общем, из него буду что-то сочинять. Цвет просто шикарный. Вот он не бирюзовый, не синий, не изумрудный. Он вот голубой. Вот это и есть голубой цвет. Прямо вот голубой-голубой. Так. Это то, что я купила. У меня на общую сумму ровно 7000. Вот я брала все подряд и получилось 7000. Да. Вот этот мелкий 300 рублей, а покрупнее 350. А вот это 1100. Вот эти бусины. Я считаю, что отличные цены. Просто отличные для таких камней. А это... А вот эту красоту мне купила Лариса. Это она говорит, выбирай, я тебе хочу сделать подарок. В общем, я выбрала вот такие бусы. Я сначала отнекивалась, правда вам говорю. Но Лариса сказала, я все равно тебе буду покупать подарок. Поэтому выбирай то, что хочешь. И я выбрала вот эти вот бусы. Они стоили 1000... Ой... Что-то он сказал, полторы стоили, за 1300 мы сторговались. Вот так вот. Вот полторы. Но они огромные. Посмотрите, какие бусинюки. Огромные. Лариса сказала, этого мало, выбирай еще. И тогда я, чтобы сделать комплект, выбрала вот такие шарики бусины. Это тоже яшма. Я агат сказала или яшма? Это яшма она мне купила. Вот это вот яшма. И посмотрите, как хорошо, это тоже яшма, но она немножко другого цвета. Посмотрите, как хорошо сочетается. Какой шикарный получится комплект. Я уже сплю и вижу, когда я себе сделаю такой комплект. Поэтому вот взяла в компаньоны вот такие бусины шарики. А вот эти бусины продавец сам предложил, это тоже яшма. Лариса говорит, берем. И вот эти бусы она тоже мне взяла. А вот эти уже там оставались деньги, не ровная сумма, не круглая. И вот эти бусины он уже нам дал, ну, россыпью. Одна бусинка стоит 150 рублей. И вот мы, в общем, на сдачу набрали вот таких бусин еще. То есть это вот точно такая же яшма, вот, бордово-серая.
Вот, вот как эти бусины, посмотрите. Как красиво сочетается. А вот это, так, этих 4 у нас получилось, а этих получилось 3. Вот. Вот столько Лариса мне подарила богатство. Это подарок от Ларисы. Это Лариса мне подарила вот столько камней. Представляете, сколько богатства. В общем, еду я отсюда с целым мешком камней. Вот таких красивенных. Я всеми камешками довольна. Очень, прям очень-очень довольна. Но выбор, правда, огромный. Я бы была просто счастлива, если бы в Красноярске была такая гостиница севастопольская, 16-этажная. В общем, мы на 16 этаж поднялись, там несколько этажей с камнями. Мы поднялись на 16 этаж, выбрали продавца, который нам понравился, который не грубил. Там вот, честно говоря, они какие-то хамоватые, нагловатые. Вот, мы к нему зашли, он там один, 16.06 павильон. Я в начале видео показала. И все, и он нам хорошо так с нами поработал, и скидочку нам сделал. В общем, я довольна. И покупочками, и подарочком вот таким шикарным. Прямо очень-очень довольна. В общем, домой приеду, обязательно сделаю для себя украшение. Ну, яшма просто шикарная. Вот эту яшму я когда увидела, я сразу ее захотела. Ну, дороговато, конечно, но все равно для таких бусин это нормальная цена, тем более он нам скидку сделал. И я хочу прям вот браслет, чтобы по центру браслета вот такая была бусинка. Вот, сделаю. Потом все увидите. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.